Я Дуф, всем привет. Сегодня у меня вот такая Моторола с разбитым дисплеем. Моторола, кодовое название XT1021. Да, XT1021, Моторола E, по-моему. Дисплейный модуль новый. Разъемы. Реагирует. Телефончик разбирался уже. Винты скрученные. Не знаю для чего. Скручиваем винты. Вот так. Раскрутили. Снимаем заднюю крышку. Разъем батареи. Смотрим. Разъемы. Разъем тачскрина. И разъем дисплея. Находится здесь под заглушкой металлической. В общем-то, можно сразу проверить, наверное. Новый дисплейный модуль. Давайте сразу и проверим. Включаем дисплей. Металлическая рамка стоит здесь. Зачем вот здесь нужно, интересно. Итак, подключаем дисплей, тач скрин. Батарею. Нажимаем на кнопку. Загружается телефон, проверяем тач.
вроде все работает. Включаем смартфон. Снимаем системную плату. Так, дисплейный модуль будем снимать термофеном, судя по всему. Либо можно поставить на сепаратор минут на 5-10. Удобнее. +350 градусов у меня стоит на термофене. Снимаем дисплейный модуль. Убираем остатки двустороннего скотча. Дисплейный модуль новый у нас не проклеен, поэтому давайте проклеим таким вот двусторонним акриловым скотчем. Очень крепкие. Здесь, наверное, удобнее будет проклеить дисплейный модуль.
Вставляем разъемы, дисплейный модуль. Прижимаем периметр к рамке. Вставляем уплотнитель датчика, системную плату. Прихватываем системную плату тремя последними винтами, которые мы сняли. Тач. Ставим заглушку. Батарея. В общем-то все, закручиваем обратно винты, порядка 15 штук, все одинаковые, саморезы, точнее.
в общем-то, все. Всем спасибо за внимание. Только что мы поменяли дисплейный модуль на модели Motorola Moto E. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте.